Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, хэппи весушки опаздывают. Ну а что ж теперь поделаешь, это главное, что они есть. На сегодня первый уровень прислал, не прислал, автор уровня Егорка 158. Никакой логики в этих трех цифрах нет, поэтому уровень называется Impossible 90%. В этих словах тоже логики абсолютно никакой нет. Давайте-ка его найдем. А, нет, это мега Impossible, это не то. А, вот, Impossible 90%. Ну, давай посмотрим, что там за Impossible, да почему 90%-то, мать его. А, я так понимаю, что это ты. Ну, конечно же. Можно с самого начала уровня обосраться и... А что ты упала-то, слышь? А что за подстава? Он с нее не прыгает. Он с нее не прыгает, слышь, чего? Опа, отлично. Тихо, спокойно. Сейчас главное гарпуны перепрыгнуть. Оп. Ах, ты ж ни хрена ж себе. Вот это поворотец, я бы сказал. Смотри-ка, там тебе и мины, и гранаты, и все подряд. Ай-яй-яй-яй, он живой. Падай на финиш. Сука! Еще и гарпуны запретили мне туда приземляться. Ни хрена себе. Слышь, гарпуны, так нечестно. Ага. Ну живой же. Ну он был живой. Я тебе отвечаю, он был живой. Как ни крути, он был живой. На-ка. Да ну конечно, давай все ноги сломаем с самого начала. Замечательно. Просто. Не надо там стрелять, хорош. Я просто спокойно пытаюсь пройти уровень. Да ёб твою штешься. Так, ладно, подожди-ка, назад отойду и прыгну туда сразу нормально. Я с этой херни очень плохо прыгается. А с этой херни не допрыгивается. Вот это, бляха, подстава кругом круглая прям, смотри-ка. Тихо там. Ну не надо так, дай. О, отлично, и бунь. Так, тихо, балансируем, спокойно. Качаем жопу, новый вид качания жопы. Балансируем на балке, спокойно. Ой, да балансировали, твою мать. Да не надо, не надо, уйди отсюда, уйди. И нахуй. И нахуй говорю. Ури, блядь! Ури! Сучары, ой, ни хрена себе. Все-таки долетело. Ну все, давай теперь, конечно, туда не запрыгнем. Отлично. Все-таки смотри, приехал. Я ее пугал. Ты куда поехал-то? Пугал. О! Отлично. Минус рука, но она была лишняя здесь. С самого начала было видно, что рука здесь немножко не в тему. Спокойно. Тихо. И буньк. Опа! Дима, 777 уровень называется Deadline KP The Best. Ни хрена себе, как много названий. Так, мертвая линия Куплинов The Best. Отлично. Deadline — это когда люди, короче, никуда не успевают. У них это называется Deadline, им надо быстро успеть. Ну-ка, спокойно, давай сюда проедем сразу. Подстава. Ну-ка, спокойно. Воу! Воу-воу! Да воу-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 воу! Хорош! Вот, отлично. Да так, тут быстрее надо, окей. Нахуя? Пожалуйста, запусти свой что-то там. Да не надо! Блёха, они какие-то эти... Неадекватные какие-то, сука, ребята, спокойно. Не надо. Пожалуйста. Не ты видал? Нет, ты видал! Да в смысле? Шарш, наверное. Похож, да. Какого хера-то? Тимми же доехал до финиша. В чем проблема-то? Уйди. Так, ладненько. Минус лишний человек. Спокойно. До свидания. Вот это хорошо. Вот так и надо было с самого начала проходить. Спокойно, тихо. Опас. Вот. Алло! Что за подстава? То как я там проехал в первый раз-то? Как-то нереально, по-моему, было. Я просто проскочил. Дед Мороз, он, знаешь, почему Дед Мороз? Потому что сегодня старый Новый год. Как говорится, можно опять отмечать, можно сразу та-та-та. Старый Новый год, это хорошо. Поздравляю тогда всех, чего где-то. Лимпопо 122, Journey Heart 2. Приключение какое-то, что-то там еще и 2. Ну хорошо, поехали, поприключаемся чуть-чуть. Ой. Это Don't Move-чик. Don't Move-чик рабочий, интересно, нет? Ну пока что все хорошо. Там, по-моему, лишний кусок уже. Нет, смотри-ка, пока все нормально. Пока работает, пока красиво. Пока вообще все прет только в путь. Смотри-ка, движок-то не мешает. Да ну на, слышь, чё, хару.
Ну, чуть-чуть пролетело не туда, но, в принципе, сработало. Sniffen 23. Try to win. Try. Знаешь, как, блядь, по-английски разговариваю? Попробуй выиграть. Ну, попробуй без проблем. За кого? За тебя? Хорошо, поехали с тобой. В чем проблема этого уровня? Сейчас мы сразу поймем. Ага, вниз поехали, спокойно. Сага, почему? Не слышите, он же клюнул его. Но он клюнул же его, я же видел, как он клюнул. Стоять, тихо. Я же видел, как он его клевал. Да ты слышь, чё? Что за подстава, блядь? Ну вот же, что ты, ну, конечно, ага. Вот еще, конечно, да. Охуеть, попросту, блядь. Сука, ну он же выигрывает, ну. В чем проблема-то? Тихо, спокойно. Ебать, ну это, блядь, в смысле попробуй выиграть? Чё тут пробовать? Тут взял и выиграл, в чем проблема-то? Так что-то не получается ни пизды. Спокойно. I love pumpkin. Pumpkin. Какой-то pumpkin. You don't win. Да в смысле, там попробуй win, тут you don't win. Да конечно, ага, you don't win. Сейчас как-то... Ебля. Спокойно. Так, ну-ка. О, в смысле, play now. Вот так. А как? А ты, это же в смысле вообще никак. Подожди-ка. Может быть, тебя? Да как тут нельзя выиграть-то? Это, в принципе, нереально. Так это ж нельзя, ну. И как? Это, сука. Ай, да ты не... Да... Не, ну этот уровень полностью оправдывает свое название. Это, наверное, чуть ли не первый... Чуть ли не первый, наверное, уровень, в котором действительно в названии сама суть заложена. Ты не выиграешь, потому что, ну, нельзя. Ты умираешь сразу, как только начинаешь. Террон 265 гейм. Окей, посмотрим. Почему? Бляха, да это не тот же. Так, чей характер? Вот тебя. Ну-ка. Бомж. Бомж. Дальше кто там? Неудачник. Ой, неудачник воткнул мне меч. Ну, естественно. А давай-ка сделаем, знаешь как? Сделаем вот так красиво. Вот просто вот так вот сделай, возьми. Куда ты поехал-то, ну? Взлетай. Во! Вот это нормально. Вот это я понимаю. Ай, блядь. Ой-о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 й, какой сложный уровень, особенно когда ты играешь за вертолетчика. А в смысле? Опа! Ах ты ж, ёб, ты ж, посмотришь, ты ж. Залазь давай туда. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, пролезай! Я пошел так. Сука. Эй, бля, тут не пролезешь. Тут, в принципе, невозможно проскочить никак. Ну, бомж, прощай. Опа, неудачник. Блядь, ты слишком удачливый для неудачника, слышь, чё, чувак? Да что ж ты? Он чё, блядь, об железную голову деда разбился, что ли, или чё? На-ка. Тихо, отверги. Вот так нормально. Сам деда убил, красава. И, опа. Да ёб твою ж опять, ну... Тихо, пацаны, уйдите нахуй. Я не из таких, отойдите. Опа. Воу-в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 оу
Гаджи. Никто-то в прошлом выпуске что-то писал, типа ты не проходишь Пого Джамп, проходишь... Да бляха, потому что что этот Пого Джамп проходил? Он все время один и тот же. Прыгаешь, умираешь, прыгаешь, умираешь, прыгаешь, умираешь. Как, блядь, весь Happy Wheels. Только там уже неинтересно стало. Даунхилл хутека. О, отлично, вот это хорошо, вот это нормально, вот это можно расслабиться чуть-чуть, отдохнуть, посмотреть на прекрасные зимние пейзажи, так сказать, вспомнить, что сегодня старый Новый год, вот так вот отлично, красота, это don't move, нет? Я, в принципе, что-то нажимаю, но мы можем думать, что это don't move, почему бы нет? Так, отлично, уже, блядь, уже все растаяло, хорошо, замечательно. А, вот так, ну хорошо, тоже неплохо. Don't move такой, знаешь, в исполнении меня, почему бы нет-то? Отличный don't move, опа, звезда.
Та-та-да! Я прям заранее, я знал, я не видел гарпуна просто. Он мог здесь, конечно, быть и убить меня только в путь, но его здесь не было. Кардан, 1, 2, 3. Пипка, 1, 2, 3, заебись. Здорово, Бог! Ой, блядь, я поменялся с дедом местами, по-моему. Спокойно. Тихо, спокойно. Поехали за мной. Дедовская мельница. Вот это заебись. Отлично. Да в смысле? А где там конец-то? О, май лэг, хуек, блядь. Тихо. А, вот конец. Отлично. Я долетел. Не понял. Я что-то не понимаю. Там нет финиша или что? Я просто время долетаю до этой бабёхи, и там уровень кончается. Смотри. Вот опять. Ну, это значит, что-то не то. А М, К, Q, R, Q, M... Блять, как много Q. Q, да. М, К, Q, R, Q, M, Q, N. Вот так вот. Банка Сойгуну. Банка, вот. Какая-то банка. Ну, поехали. Поехали. Воу, ебать. Вот это подстава. А вы чего уж-то зажали? Думали, я помру, что ли? Хуй-то там. Нет, нет, нет. А, палали. Чё-чё-чё? Ой, Блять, за заклинание еще, а вдруг их прочитаю, кто-нибудь умрет. Нахуй не буду это читать. Тихо. Не-не-не-не-не, я их не читаю ни в коем случае. Эй, чувачки, не надо. Нельзя, нельзя. И ты тоже, если заметил, тоже их не читай. Да не надо тут нахуй это. Зачем тебе это нужно, ну? Объясни мне, пожалуйста, зачем тебе это нужно, арбалет? Я же спокойно просто еду, пролетаю вот так вот. Хуяк, что я выдал. Оу, спокойно. Какие-то случайные фандомные. Тихо. Вот и все, делов-то, ну, Happy Cool 15, следующий уровень, Impossible 99, легко. Так нахуя писать, что 99%, если это легко? Ты видишь в этом какой-то, я не вижу. Если ты пишешь легко, то пиши 50%, там, я не знаю, Impossible, там, с пробелом, без, с пробелом. А, вот, значит, вот это. Хорошо. А, помни, у то можно пройти, Куплинов рулит, окей. Помни, говорит, это можно пройти, и Куплинов рулит, без проблем. Ебать! По-моему, здесь где-то наебалово. Как минимум уже в начале. Короче, как только я задеваю эту херню, я проигрываю. Спокойно. О, ебать, поехали! Давай, 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 я живой, живой! Ебало вмялось в асфальт, значит, нам с тобой не видать удачи никакой. Дай проверить, пожалуйста. Отлично. Да ну вот эти вот, блядь, слышь, чё, дай, ну не, ну как так можно-то? И ведь главное, даже персонажа нельзя поменять, прикинь. Да как тут миллиард, блядь, как я это пройду-то? Ага, конечно, ладно, давай сделаем вот так вот, езжай туда, дай. Ой, а тут назад есть дорога. Ебать, вот это подстава. Ну-ка так проеду-то, алло, ну дай проеду. О, спасибо, тихо. Не понял, что... Спасибо! Спасибо, пацаны! Ай, блядь! Тут финиш есть! Ёб твою, спокойно! Дай! Сергей Сергин Куплинов. Окей. Сергей Сергин Куплинов. Нормально, поехали, посмотрим. Тихо-тихо, опа, я возьму... Нет, не того взял! А привет, Куплинов, это мой первый уровень... А, не суди строго, пройди его. Окей. Катырыл. Хорошо, назад, я туда поехал. Там финиш, я вижу. Спокойно. Ну хорошо, а если я поеду вперед, вообще... Я же катырыл нажимал, какого хера у меня нога сломалась? Ну ты посмотри опять, а. Стоп. Ой-о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 й, ну что за подстава-то, ну? Сергей, что за дела? Я тихо. Тормози. Тихо. Во. Вот это нормально. И смайлик. Там не смайлик должен стоять. Там... Ну-ка, подожди-ка. Там не смайлик должен стоять, там должен стоять страшный символ, который указывает на то, что ты сейчас умрешь. Тормози. Вот так надо. Тихо. Тихо! Спокойно. Аккуратно. Заебись.
На меня таким не возьмешь. Я знаю, что есть кнопка пробел, которая останавливает тебя. А здесь slow, спокойно, медленно, минусы. Серьезно, бля? Ты должен был ее переехать, дружище. Ты должен был спокойно ее переехать. Нахуя ты на нее нажал? Тормози. Тихо, тормози. Спокойно. Тормози. Перед тобой острые, острые, острые шипы, дружище. Они могут войти тебе в лоб, и ты умрешь. Бляха, тормози. Отлично. Тимми ушел. Тимми нам тут не нужен. Тимми не помог мне преодолеть. Это потому, что он не стал нормально ворочаться. Я на мину летел. Тормози. Опа, хорошо. Тихо. Что за подстава? Ты меня стреляешь. Вот оно что. Ну, хорошо. Ну как? Прошел! Вот как! Air on the best. The easy test. Какой-то легкий тест. Ну, давай посмотрим. The easy test. Вот он, хорошо. Давай потестируемся чуть-чуть, почему бы и нет. Так, убей меня. Без проблем. Бляха, а как я теперь проеду туда? Ах ты ж, сука. Вот оно как. Вот оно как. Ну вот оно. Так, а что там внизу? Сука, внизу-то бездна. Так, Тимми, дай проеду спокойно, спасибо. О-о-о-о, ну прям в грудину, как же ж так-то? Не дай проеду. Дай проеду, говорю, старый. О, отлично. Так, никуда, это вот, да не надо. Блять, опять этот красный экран, да что ж ты. Я не знаю, почему мне в хайпе появился красный экран, прям резко. Мне в хайпе появился прям красный экран, и не дают спокойно жить. Я не знаю, почему, я просто не могу на них смотреть нормально. Они очень сильно режут глаза. Damage, да-да-да, дай проеду. Уйди, старый. Так, я на тебя сейчас залезу и как-то проскочу. Я сейчас на тебя залезу, старый. Тихо, тихо, тихо. Оп-оп-оп-оп. А, отлично. Так, вот это уже хорошо. Это мы уже проскочим. Заметь. Да бляха, все, не могу, глаза отключаются, нахуй. Что такое? Что за бородатый ежик? А, здесь врет золотой... А, здесь живет золотой Фредди. А, окей. Ой, блядь, золотой Фредди. А, отлично сыграно. Ты босс. Это да. Блядь, как не могу от этого красного цвета обосраться. Уц 2007. Impossible миллион, сука, с лишним процентов. А где он? А, вот. Ну ты как-то только у меня взял, пропал с самого начала, я тебя не видел. Записка. Держи shift, пока прыгаешь. А, блядь, это мины. Я думаю, что за хуйня? Это, блядь, это, наверное, самый эпичный конец, который мы когда-то видели. Бум, в конце так бомбануло. Мистер Ага 777. Kill the devil. Убей дьявола. Да, без проблем. Так, а кто дьявол? Добро пожаловать на левел мистера Ага. А, дьявол он внизу. А, это ребенок делал-то. Омин какой-то, что ли? Ну, а как я его убью? Не понял. Чё-то? Как так? Слышь, чё? А как его убить-то? Уйди. Ну, конечно. Чё-то ничего не понятно пока что. Что-то ни черта не понятно, на старый тебе. Ты, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А зачем на меня-то падать? На. На. Оп. Сука, что за подстава? Оп. А-а-а! Ёптой! А теперь надо диваху зарулить, что ли? Только надо как-то... О, нахуй это лишнее сегодня. На-ка!
Отлично. Жертва, чтобы открыть защиту. Ну, блядь. Да тут тебе не долетит нихера. Нет! Я понял смысл этого уровня. Смысл этого уровня следующий. Надо сначала открыть вон верхнюю херню. Ну, теперь при том себя еще не убить при этом. Хорошо, ладно. И на тебе. Так, это значит тебе. Да в смысле? Ну, что за херня? Так, значит, ладно. Тихо. Это тебе, пиздюк. Это тебе, старюк. Тихо. Ой, ты что делаешь? Не надо целовать ты ее. Это тебе. Это я сделаю вот так вот, красиво. А убить ведьму, чтобы стену там что-то это... Блять, ведьму еще надо убить теперь. Да они как-то так неровно падают, хер что сделаешь, ну. На. На. Да и по ней не попадешь теперь. Ха! Ахули, я ржу, катан. Катаны-то я не открыл. На-ка. Да, конечно, давай че себя уеби, сам-то она. На тебе. Я не знаю, зачем пацана убивать, он, походу, дело ни при чем, но я его почему-то убиваю. На-ка. Отлично. Дай, ну, хватит, ну. Что ты в себя постоянно кидаешь? На, старик. Старик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это было сейчас красиво. Вот это было прям хорошо сейчас, я бы сказал. Что происходит? Ой, ой. Пацану, походу, там что-то разрывает. Да бляха. Да ну бляха! Тихо, два схватил. Отлично. И все, и конец, да? Охереть! Да ну давай последний раз попробуем, ладно, так и быть. На. На. Вот это, блядь, бросок просто шедевральный сейчас был. Ладно, это не считается. Этот не считается. Вот так еще разочек, да? На. Я, блядь, уже с двух рук херачу, смотри. На-ка. Ааа! Да почему ты по ней не попадешь, ты? А, попал. На тебе тоже. Да-да-да-да-да, она не упала ни в ту сторону, и я просрал уровень. Что за беспредел? Блять, ну все против меня. Сегодня все против меня, вот серьезно. Ну ладно, хоть что-то тут хорошо. Да нет, плохо! Ну хорошо, я убил ведьму. Ай, там был, бляха-муха, там был один меч-то, сука! Я хотел сказать, я убил ведьму, но мне не хватает на катану. А там один меч-то был, так, отлично, ведьма. Ну а теперь жертва просрана, ну охуеть, ну. Ага. Ага. Бляха, старый. Ай, это с чем ты? Сука, какой сложный уровень. Ой, как хорошо. Ой, как замечательно. Да я даже без дополнительных... Окей. Это не считается. Террон Плей. Глюк Пога. Опять глюк. Да серьезно, что ли? Глюк Пога. Опять этот Пога Файт, я имею в виду. Там просто тоже был глюк какой-то. Опять Пога Файт, да? Вардист. Нахуй, нет. А Дэн Джер Р8. Ты умрешь или выиграешь? Спрашивает нас Дэн Джер Р8. Я не знаю, Дэн Джер Р8. Выиграю я сегодня или умру? Мы посмотрим. Мы на это сейчас посмотрим. Так, вот с тобой посмотрим. Тихо, отлично. А-ха-ха. Нихуя ж себе. Не, подожди-ка, подожди-ка.
Нет, ты... Опять же, подожди-ка. Подожди-ка. Вот сука, а как туда заехать-то? Ну-ка. Ой, меня уже примагнитило. Это, блядь, нечестно. Тыньк. Отлично. Хорошо! Только я теперь здесь не проеду, да? А что, если я сделаю вот так вот? Опа. Тихо. Не-не-не-не. Ага. Нет. Эй, ты, блядь. Тихо. Эй. Спокойно. Эй. В смысле? Тихо! Нет! Держись! Блядь, что за херня? Я почти выиграл. Бляха, ай, ну да, так не проползешь, там же мины, сука. Там же мины кругом. Воу-в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 оу! А, как тебе, а, как? Вот это не... Вот это красиво сейчас было. Это, наверное, один из самых красивейших уровней. Ну, я имею в виду по прохождению, так четко пролететь, захерачиться, встать, тормознуть, подождать, объехать, подпрыгнуть и хуяко услышать этот знаменитый наш та-да-да-та-да-та-да-та-да-та-да, забыл, как он звучит. Chicken 3.O. 3.O, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сальтуха на месте, охуенно. Попробуй так сделать. Так, ладненько, спокойно. В чем проблема? О-о-о-о! Но-н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 о! Ха-ха-ха-ха! Серьезно, как я должен это делать? Взрывайтесь, суки! Он живой еще был. Спокойно. Может быть, благодаря этой хуйне нам надо как раз-таки нормально приземлять. Он колесо себе ломает. Да взрывайтесь, ёбаный свет! Да ну как так можно-то вообще? Опа. А тут можно это? Это я выбрал? Ха-ха-ха! Ну ладно. Это как вообще? Нет, вертолетик! Что за пиздец? Вертолетик сломался. Что за херня? Да ну он ломается, ну. Тихо. Нет, вертолетик сломается опять. Ай-яй-яй-яй-яй! А, он ездит. Поехали! Поехали, говорю! Давай-давай, во, нормалек. Сейчас доедем. Сейчас все будет. Блять, вообще все сломалось. Да ну нахер, слышь, что? Серьезно. Так, спокойно, ладно, убери мышку. Опа. Шапки как не бывало. Отлично. Тихо. Не надо! Не надо, пацаны, не надо! О, все, пиздец. Давайте еще один уровень посмотрим и закончим. Ну, это просто какой-то... Сегодня два уровня были, которые
Просто ну, нельзя. Я не знаю, почему, но не получай. Ну, в праздник-то еще и сидеть, напрягаться в конце-то концов. Попробуй остановиться, версия 2. Попробуем. Это на тебе, по-любому. Во, тихо-тихо. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте. Ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Еще раз всех со старым Новым годом. Или там по каким-то другим календарям. У меня на графике написано на календаре, что Новый год по... старому стилю. Поэтому, если ты старостилец, старостилец, стилистар, старовер, веростар, а если ты веростар, то, короче говоря, с праздником тебя, всех с прошедшим Новым годом и со старым Новым годом, собственно-то, да. Все, до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.